Противника прижимаете чуть к себе, вы ловите его немножко, загружаете ногу, выводите из равновесия. Затем вырыв ноги, и вот кто падает, он не должен упереться вот так или вот так, иначе повредите себе плечо. Прижал его. Прижал колено. Наметил удар, коленом сел на него, правым, да. Вот прижимай колено, нет, прижимай коленом, он уйдет. Вход, да, и вот вперед. Да, разворачивайся, раз. То есть передняя подножка, это разворот как бы противнику спиной. Бросают через ногу. Подождите. Принцип тот же. Только получается, ты бросаешь его не вперед, а назад. Вот какой вам удобно. Можете схватить его так, но это уже опыт. Поставить его так. Лучше брать. Да, не ударишь. Сложно. Слишком мало, видите, мне. Мне не размахнуться. Здесь невозможно ударить. Берем верхний плотный захват. Выходим как на передний на бедро бросок. Да. Хорошо, молодец. Хорошо.
Противник обычно идет вперед боковыми ударами, для того, чтобы ударить ближний удар. Очень выгодно бросить через бедро. Он весь направлен вперед вот так. Во время атаки. Да, осталось только подкрутиться, да. Приподнять его. Просто же не снизу. Оп, движение. Первое движение. Если бы я принял удар тяжеловеса, то корпус пострадал бы. То есть он пробил любую. Можно пробить любую массу мышечную, если сила большая удара. Если удар придется в корпус, а вы будете стоять, может быть сильный пробить. Ваша задача. Раз, сдвинуться вместе с ногой. Оп. Все, поехали. Когда противник, вы уклоняете вниз. Раз, в этом... Часто вот такие вещи бывают. Захват. Дальше люди начинают горячее затащить, но масса противника непомерная. И вытащить спиной очень сложно. Ваша задача шагнуть вперед левой ногой. Правой поставил и отправил противника назад. Пусть не перед ним, а как бы в него. То есть после захвата на шею, на тренировку нельзя бросать захватом за одну шею. Это боевой бросок. На соревнованиях вы будете бросать захватом за шею. За одну. А на тренировку лучше прихватить еще ручку. То есть видно всем, да, вот так. То есть для того, чтобы обезопасить шею противника. Если я буду за одну шею кидать, я могу шею повредить. Физика хорошая у художника. Хороший уровень. 150 на 12. Можно шею поломать. Прихватите руку. Вот, шея, рука. Дальше моя задача. Выйти вперед к нему поближе, чтобы центр тяжести наш были вместе. Чтоб не здесь я садился, а он на меня. И тогда он сверху будет в маму. А я должен войти туда. Стоп, перебросите. Вот сделал бросок, сил надел. И все, отпускаю его. Коку сделал, все. Начинает защищаться, вытягивает руку. Раз, ручку взял к себе. Видите, я плотно взял вот этим коленом, я уже локоть, видите, прихватил. Нельзя вытащить локоть уже. И я беру не пальчиками, а прямо целиком. Видите, вот этим. Как бы предплечьями. Чтобы он не мог согнуть физической силы, чтобы хватило у меня удержать. Вот я умру и держу. Даже сейчас уже чувствуется. Затем я поворачиваюсь и перехожу на сам рычаг. Ноги скрещиваю, начинаю работать. Рычаг. Либо можно не скрещивать ноги, но я скрещиваю, классика скрещиваю. Голову. Противник раз, руки выставляет. Осталось только забрать руку, плотно прижать и пошел. Стоп! Да, ручки, смотрите, дальше. Руки, одна сверху, другая снизу, это очень важно. В принципе, я могу прокатиться на его лице или на шею, сюда вот, зажать ему шею. И он мне отдаст все, что угодно. То есть вот сюда вот, раз, да, шея. Да, забрали, забираем ее, не прижимаем сюда, он ее не отдаст ни за что. Забираем за плечо, вот сюда, раз, за плечо. Ручку поставили. И поставим, называется S-mount, да? То есть сюда вот, раз, зажали. Руки зажали, видите? Ручки он никуда не отдаст. И вот отсюда уже сначала ставим ножку. Ох. А потом уже отжимаем ручку. Оно уже сворвало. Я уже сворвал. Двинули в сторону. Поджали его с этой стороны. Зажали. Ножку. И отжимаем ручку. Все делали с фулмаунта там. Я сидел. А теперь вам удалось упасть так, чтобы поперек встать. Тогда руку надо подогнуть. Но не так, что если вы ее сильно согнете, то она легко движется в плече. А надо сделать угол. Примерно угол 90 градусов. Затем я набираю базу себе ногами, чтобы он меня не сдвинул. И начинаю всем телом работать. Видно все. Вот такой примерно узел. То есть, что сюда он делается, что назад. Техника работы примерно одинаковая. То есть, так же точно подставляю руку под свою руку, сгибаю и начинаю заводить газ. То есть очень хорошие узлы, можно выиграть. Часики, самое... часики называются. Да, самое главное, чтобы не сильно была согнута рука. Если она сильно согнута, плечо хорошо двигается. Ну, ахиллес. Нет, ахиллес намного тяжелый. Но если он может, конечно, если в сторону... Если бы что-то водить, то что делать?